Привет, друзья! Мы играем в Игорный притон и продолжаем расследование о смерти двух наркоманов. Мы с вами с новым напарником, если не ошибаюсь, его зовут Рэй или Рой, но что-то на Рэй заканчивается на Е. И думаю, мы уже очень близки к разгадке. Намного ближе, чем были до этого. Только сейчас либо будет очередная погоня и перестрелка, либо я что-то не понимаю. Либо мы должны будем дополнительно что-то еще потом... Нет, ну, не с лестницы. С лестницы слезь, дружище. Нам нужно сначала посмотреть здесь. Здесь ничего нету. Потому что всегда стоит обыскивать с самого первого этажа. Как правило, самые вкусные ништячки прячут в местах, на которые вы не можете даже и подумать. Воу-воу-воу. Детективы Фелпс и Дерл, LAPD. Name's Merlin Odie. I'll run a strictly legitimate bookmaker's detective. So that's not an illegal wire service that your colleagues are running? And the number slips that I've been picking up all morning with this address on them have nothing to do with you? I'll pay my kick to the WOPS, and they pay their cut to the LAPD. You can't go shaking me down. You're a loudmouth motherfucker, aren't you? Anyone ever tell you that criminals are supposed to keep their mouths shut? Stay where you are while we look around. Блин, это грубо. Ну ладно, я сейчас все делаю, что в моих силах. Так, для начала нам нужен телефон. Я знаю, я точнее вижу, что у вас тут где-то есть телефон. Телефон, телефон, телефон. Где же наш телефон? Пожалуйста, скажите мне... А, я вижу телефон. Он стоит на столе. Я все рядышком хожу. Рассматриваю что-то. Operator, give me R&I. Putting you through now. Phelps, badge 1247. I need an address on the Jermaine Jones Musical Booking Agency. Just a moment, detective. Jermaine Jones. The office is listed as 5528 Santa Monica Boulevard. Thanks, ma'am. Так, хорошо. Ну, сначала мы тут сейчас у негра все походим, поищем, посмотрим. А затем уже к Джиджи поедем. Странно, что тут так много телефонов. Это вообще как-то... Неестественно выглядит, хочу сказать. Cohen took over the wire service from Siegel, right? Сигала? Какого Сигала? Я не поняла, о чем он сейчас сказал. И, кстати, я тут вспомнила то, что мы не играли в L.A. Noire аж целых два месяца. Я, по-моему, даже про это... О! L, чтобы выбрать кнопку, и нажмите A, чтобы удержать символ. А, нет, я поняла. Все, я поняла. Нет, все. Да блин, направо поверни. Да нет, еще левее. Вот так. Ну-ка, переворачиваем. Я помню. Нужен ягодка, колокольчик. Или колокольчик, ягодка. Ну-ка, улики, пожалуйста, мне. Странные каракули. Ягодка, колокольчик и вин. Все, я поняла. Колокольчик, значит, мы держим. И вин мы держим. А вот тут мы будем ягодку. Ягодку. Есть. Хо-хо-хо-хо-хо! Ну да. Те же самые тюбики. Все то же самое. Привыкание. This quantity, we're looking at a high-level trafficking charge. Так. А тут у нас... Вот тебе Голливуд, Бронс на Авеню. Ничего особо интересного. Очередные карточки с выплатами. Это, видимо, кто платил за то, чтобы им поставляли морфин. Я так думаю. Thanks for the paper trail, Merlin. Найти адрес грузчиков Ромеса. Ромес's place is our next stop. Ё-моё.
Помимо Джиджи мы еще и грузчиком поедем. Ну хватит. Ну хватит бегать, вы издеваетесь, что ли? Я тут вообще в побегушки с неграми играю уже который раз. Почему негры так любят бегать? Где вообще он? Вот. Ладно. Я хотела позвонить по телефону. Узнать, как дела у грузчиков, куда нам ехать дальше. А здесь, на тебе, очередной бегущий негр. Ну, женщину-то за что? Женщину, смотри, она перевернулась, у нее аж каблуки, блин, на голове оказались. Вот я, то ли дело я сквозь людей прям бегаю. Ничего себе. Я бы на вашем месте так грубо с нами не разговаривала. Make your joke, smart guy, but don't damage that. That there is a valuable antique. You don't say. Maybe you ought to have a look at this, Cole. Ну конечно, почему я? Почему ты сам не мог бы просто взять и покрутить эту палочку? Мистер Хосе Рамес, 0 центов. Сколько много людей кругом фигурируют, а? Что ж такое? Блин, больше народу, меньше кислороду становится. Все больше хочется чего-то у кого-то узнать. I've paid my contributions, and I'm not getting hustled by you. Морфин из армейских, что-то там. А, армейский запас. What do you have to say about that? I heard about that. Big robbery on the ship. Ain't my line of work. I prefer something with a sporting outcome. Это была бы ложь. Я думаю, сомнений. Okay, Merlin, а, черт. Like надо было ложь выбрать. Я просто не знала, какой можно выбрать ему этот. Какой ему стоит выбрать? Никакое, а какое доказание. Ну ладно. Рамес seems to owe you a lot of money. We all owe somebody. So it has nothing to do with the proceeds of the morphine shipment? It's a gambling debt. The heaps took over the wire service and screwed me. Now I just do what I'm told. Run numbers and shift dope. Jose's no different. He just thinks he's a big man that can run up tabs. You're not the guy we want, Merlin. But we're taking you in. Maybe some time in a cell will help you remember something worthwhile. Fuck you and fuck you. You'll never put a charge on me. Да нет, господи, он просто сплавляет этот морфин, кому попало. Кому он скажет, точнее. Don't be gentle with him. You got that? Yes, sir. Ладно. Сейчас нам нужно еще, честно говоря, позвонить, да, и узнать адрес грузчиков. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, detective? I need an address for Ramez Removals. That's Ramez, R-A-M-E-Z. Thanks for your help. Я думаю, блин, если я поеду осматривать грузчиков, это просто даст мне дополнительные улики. Если я поеду сразу к Джиджи... You can drive. Where are we going? Мне может не хватить улик. Ладно, поехали тогда к Ромесу, так и быть. Сейчас быстренько осмотрим, как бы убедимся, что там тоже где-то валяется куча морфина. И далее сможем уже с Ромесом... Ой, с Джей этим разговаривать. Marlin Hopgood, your informer. He was my corroborating witness in the Bishop case. Oh, right. Marlin. You're not still sore about that, are you? You made the case without him. He was an accessory to the abuse of the girl, boy. As long as Hollywood exists, it's gonna be chewing up starry-eyed little girls. Marlin was small time. You caught the big fish. And look how much good it did your career. Да они разговаривают про ту девочку, которой даже мама письмо написала, по-моему, да, мол, возвращайся, бла-бла-бла. Она жила у тетушки, а тетушка сплавляла ее в порноиндустрию, если не ошибаюсь. Что-то я такое помню, смутно как-то. Отголоски в голове бывают. Сейчас мы очередной раз за кем-то будем гоняться, кого-то что-то спрашивать.
Routine inquiries, sir. Can you tell us where we could find him? You missed him. He was in the delivery truck, just went out. God damn it. Погоня? Ну понятно, Хелп за рулем. Вообще, я удивляюсь, как Рой доверяет Хелпу. Нам нужно просто... What does this lunatic think he's doing? А, don't понятно. Fuck! Не врежь, говорит, он сам с собой что-то разговаривает. О, нет, этот человек выкидывает настолько опасные вещи, как же я могу лавировать? I can't hit a target that isn't there, Phelps! Ну, давай, here comes the cavalry. Hit him, Cole, spin him out. Блин, офигеть, как полиция перевернулась. Keep it steady, and I'll try to bust his tires. Ну что такое, люди? Ну люди! Ну зачем вы вышли с этой машины? Где мое нитро? Почему я не могу ускоряться? Ладно, там хотя бы подкрепление преследует. Думаю, все так, там совсем хорошо. He's going left onto Hollywood. Get alongside him and take him out. А я, кстати, не смогла повернуть налево. Я не знаю, что случилось с моей машиной, но налево она больше не поворачивает. Только направо. Налево, а, теперь налево может. Ну почему он раньше не мог это сделать, глупая машина? Всего лишь врезалась в стул, а уже не хочет работать. Ой, там убили уже парня, походу. Да, постоянно нет. That's it, Cole, you did it. It's truck's history. Pull him out of there. Блин, а кто вообще за рулем был? Почему никого нет за рулем? Put your hands in the air! А этого парня я уже встречала в каких-то предыдущих частях. Кто вообще застрелил парня, который выкидывал сзади стулья? У него была такая ответственная миссия. Надо было заранее предупредить его, что это достаточно опасно. Не всегда можно вот так вот запросто кидать стулья. Эй, hold your horses. I supply furniture, not drugs. And that thing back there, that was an accident. Some furniture came loose. That's all. Save it for the DA, Chico. Keep an eye on him. We're gonna take a look around inside. Боже, нужно осмотреть весь этот склад, вы хотите мне сказать, да? Нет. Ну как так? Ну почему весь склад? Как я провинилась в этой жизни, что меня заставляет весь склад рассматривать? Where's he been delivering? And who's been delivering here? Any repeat business in the ledger, Cole? А может быть. Повторные заказы? В смысле, от одного и того же человека? Браун, Поллард, Дэвид, Пип... А, Поллард, Айс Компани... Вот она. Why is Ramez buying so much ice? Ага. Отти тоже. Эленади is buying a lot of furniture. Что-то со льдом еще связано, да, я поняла? А, газета, господи. Ну хорошо, мы давно уже не смотрели никакие отрывки газетные. Но в очередной раз должны сейчас рассказать какую-то мега интересную историю, скорее всего, никак не связанную с нынешним делом. Но зато мы узнаем... О-о-о-о, знакомые все лица, Рэй! Что ты делаешь в газете? Anywhere else to meet, kid? We like to choose our ground. What is that supposed to mean? Huh? It's something Wellington said at Waterloo. The guys а, who нет, win normally choose where to fight. Ну, очень похож был. The two of you versus my boys here. I love the fight game. I went a few rounds myself. You and your friend, he looks tough, but I don't like your chances. Nah. We don't have to fight, Mr. Cohen. We have you an infilade. What the fuck is that? Some kind of steak? It means my men are in cover, but that they can still shoot you. If those were my orders, you would all be dead now. Are you kidding me? This is a $200 coat. You got some balls. Kelso. I hope you didn't scratch the paint of my new Lincoln. Mm-mm.
These guys are getting out of the dope business, Mr. Cohen. You'll have no more problems from them. The morphine is going to disappear back into the sea. Нет, с морфином, смотрите, как-то затрагивается все-таки. Thanks for the offer, Mr. Cohen, but we are going to have to politely decline. After today, the morphine is no more. This isn't the way we normally do business. I'm aware of that, Mr. Cohen. Call me Mickey. Are you aware of the risk, huh? I'm giving it to you straight, Mr. Cohen. There will be no more morphine. We made a mistake and would like to back out gracefully. If you come after us, we will be forced to come after you. You've been polite up till now, so don't stop making threats. I don't make threats, Mr. Cohen. I'd like to thank you for your time. Как он шляпу-то потерял? Is that guy your idea, Muscle Kid? There's something you should know about Jack, Mr. Cohen. He killed 6 Japs hand-to-hand with just a bayonet and a K-bar knife. His outfit, the 6 Marines, killed over 100,000 Japs in 3 months in Okinawa, and he was in the thick of it. Those Japs are little guys, right? Yes, Mr. Cohen. About your size. Да. Блин, что-то как-то странно это все. Откуда там морфин, если они больше никак не связаны с этим делом? Да ладно. Будем искать дальше. Будем ходить по огромному складу и искать неизвестно чего. Что-то связанное со льдом. Вода. Сейчас посмотрим, друг, я не знаю, откуда течет вода. Я понятия не имею. Я побежала по следу воды, и он оборвался. Внезапно. Внезапно. Так, здесь у нас ничего нет. Это тоже нам никак не поможет. Я ищу Старинакова, ищу. Ну, наверняка, да. Welcome to Furniture Village, where taste comes to die. Мы идем как эти, как Гензель и Гретель по крошкам, так и мы идем по водяному следу. А, вот же холодильники. Никто не хочет открыть холодильники. Значит, мы будем дальше просто идти по воде. Единственное то, что... My mother would be in heaven. Во, как много воды. Слишком много воды на один квадратный. I bet this is the kind of crap you love, Cole. 20 years out of fashion. Друг, может быть, я что-то упустила там? Потому что водичка почему-то меня привела именно сюда. Smells of old people in here. Старика. Блин. Куда я иду? Почему здесь какие-то бесконечные тоннели? Серьезно, мне кажется, я здесь уже даже проходила. Я даже... В том лабиринте зеленом и то быстрее нашла выход. This is useless. I can't see a damn thing. Не истери. You need to get up onto the floor above. Ну ладно. Мои напарники, как обычно, посылают меня делать всю грязную работу, а сами они тем временем занимаются полной ерундой. А что тут оглядываться, я не пойму. Ну поворачивайся, Коул опять залип. Вот овца. И раздражает, когда так получается, когда он упирается в стену и не может дальше двигаться. Вот как, например, сейчас это произошло. Что у нас? Куда я дорогу-то расчищаю вообще? Ну вот с чем нужно разобраться. Куда я пытаюсь пройти? Наверное, нужно куда-то вот сюда нам пройти, да? Да, наверное, да. И еще на всякий случай я расчищу вход вот туда. К белой двери. Потому что к белой двери вроде тоже типа пройти нужно. Вроде как. Или это не к белой двери. Ну, в общем, я уберу отсюда все ящики. Так будет безопаснее. Чтоб потом не рыскать, что именно я вообще пыталась сделать. А вот, я вроде даже выход какой-то открыла, нет? Вроде да. Ладно, я тогда выхожу отсюда, если что, поднимусь обратно. Да.
Во, все отлично, я все правильно сделал. О-о-о-о-о, чуть не ушла отсюда. Ведь можно было проверить ничего. Ладно, спускаемся вниз. Там холодильная камера. Я слышала, что я все-таки правильно открыла что-то. Ну, я так и знала, что тут будет, господи, холодильник, потому что они заказывали очень много льда для чего-то. Ну вот, для хранения морфина, видимо. Чё, ты хочешь, типа, пострелять? Шикарно. Хо-хо! Ничего себе, как много! Офигеть, просто вот это количество! Это, вы видели, сколько льда вообще есть в этой холодильной камере? Сколько этих тюбиков, кубиков стоит? Обалдеть! И они еще говорят, что они ни в чем не виновны. Да, Polar Bear опять привез лед. Уже не нужно, ребят, спасибо. Все ок. Или они уже прям замороженные привозят? LAPD, leave it right there. А, сейчас Everyone будет очередная погоня. Ну he да, точно. То негры бегали, то теперь этот дурак побежал. Ну хватит бегать, Ребзи, ну пожалуйста, хватит бегать. Ой. О! Ничего себе! Ничего себе, он в меня выстрелил. Вот это... Ладно, хоть бы сказали, что у него там дробовик лежит. Мне, блин, в ребра прилетело. Офигеть просто. I'm wide open here. Show me your face, motherfucker. Вот, вот так-то. Вот так действуют профессионалы. Ого. Негр такой шел по направлению, потом решил, о боже, нет, я передумал, я не хочу жениться на этой женщине. Пока не поздно, я решил измениться. Здорово. Обыскать офис компании Билл. Ну, ребят, этим мы займемся с вами в третьей серии. Всем спасибо, что были со мной. Всем пока, с вами была Ева.